11 мая в Петропавловске объявили режим ЧС техногенного характера местного масштаба. Связано это с пожаром в микрорайоне Береке. По словам специалистов, это позволит возместить ущерб пострадавшим в рамках законодательства Республики Казахстан как можно скорее. Сделают это после оценки независимых экспертов. Напомним, из-за возгорания камыша по улице Синой уничтожено 9 жилых домов, 2 частично повреждены.